Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 16 ноября, 264-й день полномасштабного нападения нацистской террористической России и предательской Беларуси. Вчера россияне по Украине решили опять нанести один из самых масштабных ракетных ударов в надежде повредить энергоструктуру Украины. Что-то где-то получилось, но в основном почти все сбили. В Одессе так сбили все иранские мопеды, их было около 10 штук, несколько крыла ракет, но, к сожалению, был прилет в подстанцию рядом с Одессой, так что даже в некоторых районах Одессы отключили свет. У нас тут не отключали. Сегодня тоже могут быть отключения света, но в основном это, конечно, будет связано с ремонтами. Пока свет в Одессе есть. И в соседнем городе Героя Николаеве вчера тоже все сутки был свет. Практически рядом с городом летела российская ракета. Но прилета в область и в город не было. Наше ПВО все сбило. Ну или ракеты полетели куда-то дальше. А ЗСУ уже обустроились на новых позициях на берегу Днепра, хорошо видят россиян с этого берега и уже начинают взрывать склады. Россиянам уже пришлось отойти на километров 10-15 от Днепра, чтобы даже их обычная артиллерия не накрывала. Ну и идут слухи про Кенбургскую косу, что наши все-таки там были. Интересно, чем это все закончилось? Россияне, наверное, тоже оттуда скоро убегут.